Все ушли на фронт. И все для фронта. Нужно больше оружия, техники, одежды солдатам. Заводы поднимаются в эвакуацию. Эшелоны увозят целые семьи. Те, что остаются, продолжают снабжать фронт. Спиртоводочному заводу приказано делать бутылки с зажигательной смесью. Грамзавод обязан срочно изготовить 3000 фугасных и 3000 ручных осколочных гранат. Автоприбор должен делать детали для танков, мотоциклов и самолетов, взрыватели для противотанковых авиабомб. Немыслимые сроки и планы, невозможная усталость. У станков теперь стоят женщины и подростки. Смена по 11 часов без выходных. В свободное время строительство укреплений, военные занятия, ночные дежурства. А дома голод и холод, и письма с фронта, и надежда.